Это влог. Так сейчас телефон стоит, что я боюсь за него. Ладно, ну блин. Всем доброе утро, это мой новый влог. И этот влог я буду снимать на протяжении последней нашей школьной недели. Вот. Сейчас я пришла завтракать на балкон. У меня сегодня сок яблоко-вишня и какие-то печеньки, но они очень вкусные, поэтому я взяла себе их. Вот, сегодня по планам у меня тренировка в зале. Классный час. Самое главное, это классный час, потому что про него можем забыть. Он в 12:30, сейчас доходит 11, сейчас буду завтракать и буду потихоньку собираться. Мы вышли с классного часа, сейчас с Катей гуляем. Она приехала к нам в этом году в город, поэтому она его потихоньку изучает. И я все развожу в парагагаре, но не получается. Two best friends in a room, they might kiss. Yes, we will. What? Я проводила уже Катю, сейчас бегу снимать для вас видосик, вот. Надеюсь, он выйдет уже скоро. Быстрее, чем этот влог. Вот. Еще, кстати, походу мы закончили школу, мы больше учиться не будем, хоть нам обещали, что мы будем учиться до 31-го, потому что нам сказали, что мы последний раз встречаемся так в школе, поэтому, походу, мы больше не учимся, это круто. Либо у нас будет просто дистанционка. Я уже собираюсь сейчас в зал, вот, поэтому встретимся с вами немножко позже. Вот я уже собралась в зал, сейчас уже выхожу, а то немножко опять опаздываю. Короче, везде я опаздываю, но я не очень пунктуальная. Короче, мне безумно болят ноги, потому что мы сегодня делали упор на ноги. Ё-моё, я ходить не могу, я шатаюсь. Вот, сейчас иду в магазин, меня мама заставила пойти с ней в магазин. Вот, и я еще сейчас уговариваю подружек пойти на пикник завтра, потому что мы не учимся. Вот, поэтому, не знаю, посмотрим. Вышли с Алиной на пикник, вообще, в принципе, в парк Гагарина гулять. Взяли с собой в Макдональдс, и я как-то там очень давно его не ела, поэтому да. Пахнет очень аппетитно. Знаете, сейчас бежим на остановку, вот, и будем уже потихоньку там размещаться. Пришли с Алиной, разложили нашу еду, она тут снимает сторис. Вообще, очень нравится парк Гагарина, это наш уже второй дом, сейчас будем просто его лопать и будем отдыхать. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown. Чуть заморочилась, взяла специально для фото в Инстаграм белую простынку. Сейчас вот фоткала это и Алина тоже нам предлагает сфоткаться. Вон там телефон стоит. Вот. Короче, всем приятного аппетита. Вот, кто сейчас кушает? Да, кто сейчас кушает, а мы пока продумываем, что будем делать дальше. Вот. Поэтому ждите фотки в Инстаграм, я обязательно вам оставлю ссылочку на Инстаграм внизу. Мы уже покушали, Алина тут фоткается и упрашивает меня мой телефон. Не надо это говорить, Маша. Пойти либо на автотроп, как это называется, короче, либо на вальс, ну, смотреть очередь на вальс, чтобы понять, куда мы пойдем. Вот, а я одна пойду вот на ту штучку, на суперполет, короче, без нее. Вон она ушла от меня. Все-таки Сарина решила не идти на автодром, мы пошли на вальс, хотя пойти, точнее. А, вальсы? Короче, это очень страшно. Она не хочет идти сюда, вот со мной туда. Я все ее уговариваю, она не хочет. Ну, смотрите, что там страшного? Если ты не хочешь? Нет, я ее все-таки уговорила сходить на суперполет. Ей безумно понравилось. Она сказала, что, типа, я думала, будет страшнее.
я бы еще раз ходила, да? Ты сходишь со мной еще раз? Нет. Понятно. Нет, возможно, как-нибудь, да, схожу, но не сегодня точно. Короче, сейчас мы идем просто гулять, возможно, я куплю себе кофейка. Нам хватило сегодня вальса. Да, кстати, Света. Да, нам сегодня как-то очень сильно включили ракушки. Наши стебулярные аппараты сказали «до свидания», поэтому мы сейчас идем просто гулять. В другой жизни. Да, кстати. Короче, мы пошли гулять. Короче, с Оленой сейчас идем домой, вот купили водички, потому что мы безумно хотим пить. И потихоньку будем сейчас чапать домой. Решили пойти пешком. Поэтому вот. Я еще успела поговорить со своей подружкой Варей, поэтому я езжу в Самаре, поэтому да, я тебя жду. Мы сейчас пришли с Алиной на школьный двор моей бывшей школы и снимаем тут тиктоки, поэтому... Заходите, подписывайтесь на наши тиктоки. Ссылочку оставим в описании. Вот, поэтому оставлю вам небольшой таймлапс. У тебя есть? У меня нет. Давай, я достаточно телефон, у меня нет, его тоже. Так, а у кого ты взяла? Эдисон. Эдисон. А, нет, у него у мамы, у её. Уже просто best friends. I'm a best friend. Best friend. Ну или best friends, либо best friends. Всем привет. Вот, вот он, вот он. Вот это? Да. Вот сюда ставь, тут он точно не упадет. Тут он точно не упадет, 100% я тебе говорю. Ну да, надеюсь. Давай ты первый тогда, будешь меня бить тогда, давай. Тогда типа вот так вот, типа, да, мы делаем? Ты сюда, я сюда. You're looking for a girl that'll treat you right. You're looking for in the daytime with the light. You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let you hit it. But will you still respect me if you get it? Пол первого, по-моему, насколько я помню. Вот, я сейчас умываюсь, ложусь спать, потому что мы поиграли с моим другом. Что только не поиграли сегодня, поэтому завтра надо рано сдавать, потому что завтра надо сдавать учебники, вот. Завтра у меня еще тренировка, и мы хотели с девчонками еще раз пойти погулять, поэтому вот, завтра на следующий день, хочу завтра встать пораньше, чтобы все успеть. А мы опять вышли, ну, как бы с Алинкой то ли погулять, то ли еще что-то сделать, вот. Мы вообще вышли в магазин вместе, потому что мы сегодня в один и тот же магазин практически. А потом я убегаю на тренировку. Весь день уже прошел. Так я вся, потому что я просто поела мороженое с пончиком. Понимаю. Смысл даже бы такое вот. Сейчас разошлись с Алиной, я сейчас иду домой, потому что мне надо приготовить еще поесть себе. Вот, я уже потихоньку собираться в зал, потому что через час у меня тренировка. Вот, купила я еще, кстати, какие-то растения. Вот, что я для растений маме. Сила жизни называется, поэтому... Я, короче, изменила имидж немножечко, надела платье, вот. Взяла с собой... Вот из зала и сейчас бегу на тренировку. Я не опаздываю, ребят, это шикарно, что. Короче, сейчас вышла с тренировки, бегу в магазин, нужно купить продуктов, вот, и все куплю что-нибудь вкусненького. Возьму, пожалуй, на фильмы. Короче, сейчас пришла на балкончик, буду есть мороженое, смотреть ютубчик, а потом пойду убираться. Доброе утро, или уже добрый день. Вот, мы сейчас едем с мамой в магазин за шмотками, потому что нам вообще носить нечего. У нас под ним шортом и майком. Вот, поэтому сейчас поедем, не знаем пока куда. Времени мало, короче. Короче, мы уже приехали из магазина, я ничего себе не выбрала, поэтому еще раз поедем завтра, вот. Взяла себе макомбо с шампролом, вот, и мой любимый сантарин. Короче, есть хочу. Короче, с Линой гуляли и попали под дождик, это просто кайфово. Я очень люблю гулять под дождем, особенно летом. Так, закончился. Опа. Сижу в машине, это значит, что сегодня второй день, когда мы ищем шмотки, потому что нам нечего носить, поэтому сегодня мы едем уже в другие места, посмотрим, что мы найдем. Надеюсь, мы что-то найдем, потому что я опять в этой же майке. Вот. Сейчас мы ждем подружку с ее мамой и едем.
Я себе ничего не нашла. Мы еще пойдем еще в один магазин. Пока что я ничего себе не нашла, поэтому, видимо, нет зуба. Второй день тоже проходит плохо. Боюсь, что еще место другое. Сейчас пойдем сначала поедим, потому что я очень хочу есть, так еще это очень вкусно пахнет. Не знаю, слышно меня, не слышно. Надеюсь, что очень слышно. Приехали домой, сейчас пью чай и буду потихоньку ложиться спать. Вот, голова грязная, буду уже мыть ее завтра. На вторник у нас с Алиной есть небольшие планы. Вот, возможно, в Инстаграме все выложу, поэтому обязательно заглядывай. Но это было все. Всем удачи, пока-пока. Подписывайся на мои соцсети, ведь там я появляюсь намного чаще, чем здесь. Поэтому всем удачи, пока-пока.